Тимати, он же Тимоти, он же мистер Блэк Стар, а по паспорту гражданин Юнусов Тимур Ильдарович, медленно, но верно приближается к кризису среднего возраста. Сегодня рэп-гордости отечественной эстрады исполнилось 28. После того, как он вырвался из-под крыла Децела, читай не он, а... мистер Блэк Стар, как он сам говорит, стал номером один не только в России. Вот это абсолютно невероятный результат. Но и за ее пределами. Сегодня этот ремикс швейцарского диджея Антуана на песню «Welcome to Saint-Tropez» прозвучит во всех столичных клубах от Парвехи до Бирилева и, возможно, в клубах Европы, где этот трек тоже пришелся по душе. Победа, она в руках моих зрителей, моих фэнов. Про новости? Да что там про новости? Весь телеканал Муз-ТВ присоединяется к поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес этого рэп-исполнителя. И желает ему, чтобы в следующем году не Тимати записывал треки с Пафом Дэдди, а Пафф Дэдди записал песню с Тимати. Миша Осинин про новости.